мои, всем огромный-огромный привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, мир глазами женщины. Сегодня будет небольшой обзорчик на мои покупки на сайте Озон. Я уже говорила, что теперь открылся пункт выдачи, который совершенно прям рядышком с моим домом. И поэтому в этом году, я надеюсь, этот пункт не закроют, в этом году гораздо чаще, наверное, будет мелькать такая рубрика, как «Покупки на сайте Озон», а не на Wildberries. Поэтому сегодня мой обзорчик, то, что я купила. Видео будет небольшим, но решила сразу отчитаться, обсудить, что я купила. Может быть, кому-то и вам пригодится. Тоже что-то, может быть, решите прикупить из этого. Начну вот с такого товара, как меламиновые губки. Я взяла целый набор, одну уже отсюда использовала. Потому что раньше я совершенно скептически относилась к данному товару и думала, да фигня полная, ничем она не помогает, что это вообще такое, как это поролоновая губочка. А нет, действительно, самые тяжелые загрязнения удаляет на ура и даже на раковине. У меня, правда, раковина с искусственного камня на кухне немножко дала уже такие трещинки. Но в эти трещинки начала попадать уже такая вот грязь. И тем не менее, вот эта губка кажется вот такая вот ненавязчивая, такая вот маленькая поролоновая, помогла немножко мне осветлить эти места. Конечно, не спасет, беду не исправит, но все равно хочется, чтобы более презентабельный вид был. Ну а уж хозяйки, которые имеют те или иные проблемы, уж найдут, куда применить. Единственное, почитайте отзывы и почитайте аннотацию на сайте, что эти губки нельзя использовать где-то вот в пищевых целях, потому что тут расскажу вот такую историю, возможно, вам пригодится. Тут я посмотрела видео, и одна из девушек-блогер рассказала, как ее подруга говорит: «Ой, ты знаешь, у меня мама вообще так тарелки на ура очищает меламиновыми губками, и потом из этих тарелок кушать, то есть это не подходит, не подходит для этого использования, поэтому обращайте на это тоже внимание». Это очередной флакончик, вот так вот даже запакованный в пакетике, укрепитель от Рилуи, укрепитель для ногтей. Он дает еще такой розоватый эффект на ногтях, то есть не только укрепляющее свойство, но еще и оттеночное. Поэтому те, кто любит как бы маникюр без маникюра, просто ухоженные ногти без всякого красного или черного лака, но тем не менее с небольшим таким оттенком розового, нюдового. В общем, эффект здоровых ногтей. То я вам советую. Я частенько такой вот лак покупаю. Стоит недорого. Но при этом, да, действительно, ногтевую пластину укрепляет. Да и когда ходишь с этим лаком на ногтях, с укрепителем на ногтях, действительно, она более плотной становится. У меня много, конечно, еще осталось масочек тканевых для ногтей. Для ногтей, хотела сказать. Про лак поговорила и все о ногтях. Для лица. И все-таки я решила, дешевле 100 рублей, я решила попробовать вот такую вот масочку, которая идет с подтягивающим эффектом, с коллагеном и экстрактом зеленого чая. Потому что зачастую, когда я покупаю тканевые маски, а это идет целый набор, это идет всегда гранат, это идет олива, это идет с медом. А вот как-то с зеленым чаем я что-то не припоминаю, была ли у меня вообще такая маска в использовании когда-либо. И в наборах где-то есть еще такая. Вот решила отдельно просто масочку такую прикупить. По-моему, 57 рублей стоило. Да еще к тому же с коллагеном и подтягивающий эффект. Попробую. И еще одна из покупок, которая повторная, это станочек для бритья. Я уже много раз брала вот эту марку, причем вот в розовой упаковке с четверкой. Мне почему-то даже больше нравится, чем в зелененькой упаковке, такая салатового цвета, салатово-зеленого. Поэтому я решила повторить, и я не назову эти станочки одноразовыми, потому что я пользуюсь ими достаточно долго. В использовании потом по эффекту вы поймете, что его пора заменять, но использую не один, не два и не три даже раза. Поэтому я ими довольна.
и каждый раз теперь их покупаю. Единственное, да, нужно смотреть, бывает, на них повышают стоимость, где-то бывает 102 рубля стоят, а бывает и 132. Как бы разница-то не особая, но можно купить в наборе. В наборе несколько штучек, прям в упаковке вот такие, это выходит еще дешевле. Вот все, что я вам хотела рассказать, как бы и к стороне разложу по полочкам, а то пока обзор не сделаю для вас, и не беру и не использую. Это называется такова суть блогера, побочный эффект, когда занимаешься блогерской деятельностью. На этом все. До новых встреч на моем канале. Обязательно заглядывайте, смотрите видео о пустых баночках, влоги, которые выходят на моем канале. Ставьте лайки, если это видео было вам полезным. Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть оповещение, что новое видео вышло на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь, если сегодня вы заглядывали ко мне на канал как просто зритель, обыватель, а не подписчик. Я буду рада каждому. И, конечно же, заглядывайте еще в телеграм-канал. Там я бываю, если не 24 часа в сутки, то, наверное, 12 часов это точно. Там мы можем пообщаться почаще, чем на YouTube-канале. До новых встреч. Пусть ваша жизнь будет легкой, как перышко. Пока-пока.